За первый квартал 2021 года в службу занятости Башкортостана 350 работодателей подали 700 заявлений на участие в программе «Субсидируемый найм». Ежедневно приходит по 50 заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Республики. С начала реализации программы 129 работодателей трудоустроили по программе более 200 безработных. Всего на сегодняшний день предпринимателям республики требуется почти 2500 специалистов. Первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников отметил, что в рамках программы работодатели трудоустроят более 8500 жителей региона. По структуре на 70% это рабочие профессии, это повар, это тракторист, водитель, и на 30% служащие. Показатель 8500, до него еще как бы далеко, мы будем продолжать эту работу, и для себя мы ставим отметку не конец года, а 1 июня. С учетом того, что будут подводиться первые итоги, и те регионы, которые достигли этого показателя максимально полно, им будут доведены дополнительные финансовые средства и дополнительные возможности трудоустроить своих граждан. Напомню, в 2021 году в Башкортостане реализуется комплексный план по восстановлению численности занятого населения. За год планируется довести ее к допандемическим значениям.